Лес красивый. Ага. Собираем мы здесь черную смородину и красную, и красную малину, и желтую малину ананасную. Все вместе. Сегодня я камеру даже взяла. Красную малину мы будем. Как все красиво. Иван-чай цветет. Малины очень много здесь. Малины полно. Только что я в ямке там немножко сейчас споткнулась. Упала маленько. Потому что там такая траншея. И не видно, что в траве ямка. Ну, ямку-то видно большую. А с краю заросшая травой. И не видно. Так вообще не очень-то хорошо здесь ходить. Ну, ладно. Вот такая вот малина. Ее, конечно, полно. Ладно, будем собирать. Что делать? Дождь скоро пойдет. Ямку рухнешь. Ого-го. И не вылезешь. Там и останешься. Вот, сволочи, прорыли эту канаву. Теперь так неудобно. На том берегу много ягод, красивых всяких. Но мы там немножко были. Очень неудобно собирать. Так была одна большая поляна. А теперь, блин, сделали границу. Такую. Вот здесь места, где этой белой малины, вот целая поляна. Мы вчера здесь 12 литров набрали. Я ее заморозила, перебирала. Перебирать было легко, она крупная. Вот такие вот места. Но я еще одно растение знаю. Здесь такое впервые вижу, потом я его сниму. Это маливает каждый день. Хоть ты каждый день за ней приезжаешь, что-то мы раньше такие и собирали. Часто приезжали, собирали. Там и красные. Очень много красной малины тоже везде. Кругом. А здесь вообще заросли. И вот кто-то же копал здесь ров такой посередине этой малины. Вот только в двух местах можно перейти эту канаву глубокую. Это добывали здесь металл. Трактора, ездил трактор и добывал металл. Здесь вот. Мы же не знали, что, почему, думали против пожаров. А это они себе добычу, себе в карман. Такие глубокие траншеи вырыли по всему лесу. Земляничные поляны порушили. И смородиновые кусты. И эту малину напополам переехали. Здесь ничего не было, сейчас немножко подросло. Это несколько лет назад. Ну, русские у нас такие. Кто его знает, что за жулики. Вот такая вот малина. Ну, ее и много, конечно. Только ее надо смотреть. Человек немного. Что-то я ничего не поймаю на эту камеру. Вот малина. Здесь хорошая, крупная. И много. Такую вот малину мы собираем. Крупная, ее полно везде. Но сейчас будет дождь. Скоро-скоро. Ну ладно. Вот какой-то маленький, красивенький, длинноногенький грибочек вырос. Интересно. А в лесу лисичек мы не нашли там, где жука отпускала, выпускала на свободу. Ну ладно, шипучники там нет в моих местах. И мужчина там попался, тоже сказал, вы грибы ищите? Я говорю, да, посмотреть. Я говорю, немножко лисичка. Вот ничего нет, я здесь все обошел. В том лесу нет. Ну ладно, а здесь вот есть хоть что-то. Здесь и красная малина, ее полно.